Всем привет, друзья! Сейчас буду закрывать перец лечо, то есть в томатном соке. И это самый простой рецепт. Тут максимально долго происходит приготовление, то есть пока все почистится, пока все нарежется, пока простерилизуются баночки. У меня баночки, я буду делать одну порцию, больше не надо, потому что баночки манюсенькие. И у меня получится около 10 литров. Ну, плюс-минус примерно, потому что 4 литра томатной пасты, килограмм лука и около 6 килограмм перца. Рецепт будет в описании под этим роликом. Все очень просто. Сейчас добавляем сюда все специи. Ну, вот я просто разделил на 2, потому что когда я делал дома, то я делал в 10-литровой кастрюле, а здесь у меня шестерочки кастрюльки, ну, 6-литровой, поэтому разделил на 2. В общем, что нам нужно для перца лечо? Ну, для перца в томатном соке. 4 литра сока. Вы видели, я сегодня купил помидоры. Просто на газу их порезал дольками и через сито протер. Получился томатный сок. Свеженький, хорошенький. Лук на ваше усмотрение. Можно без лука. Я люблю лук в лечо. Он даже вкуснее, чем перец. Но вы должны понимать, что он вкуснее, чем перец, из-за того, что там очень много перца. Не надо кидать очень-очень много лука. То есть, чтобы вы понимали, вот килограмм лука, а перца около 5 килограмм. Почему около, а не точно? Потому что перца вы в лечо, ну, то есть в томат добавляете столько, сколько вместится. Я всегда, у меня с 4 литров получалась полная с горой 10-литровая кастрюлька. Если вам эта порция большая, можете сделать на 2 литра. На 4 литра томатного сока вам понадобится 4 ложки соли. Я буду делить по 2, так как у меня разделено напополам. Но это все будет в описании. 4 ложки соли, 2 стакана. Стакан имеется в виду такой старенький стакан, стандартный, граненый, 250 грамм. У меня сейчас такого стакана нету, поэтому я буду просто брать по весу. Вот у меня стоят весы. То есть 2 стакана сахара, это где-то полкилограмма. Поэтому 250 грамм сюда, 250 грамм сюда, но это я вас сейчас заморочу. Стакан подсолнечного масла и полстакана 9% уксуса. Пол стакана это 125 грамм. То есть я туда и туда по 60 грамм добавлю и все. В общем, потом режете перец в произвольном порядке. Я сейчас буду резать мельче, чем обычно, потому что баночки маленькие, чтобы тут в баночке не было 2 куска перца. Вот так. Сейчас просто добавляем все помидор, ну то есть сок томатный. Угу. Ой. Ну вот так, как раз у меня стаканчики получается. Мне нужен стакан, вот, ну можно досыпать, можно не досыпать, там плюс-минус 1 граммульчика. Вот так, можно сказать, что этот стаканчик тоже примерно такой, я просто не знаю его объем. Сюда стаканчик. Фу. По две ложечки соли. Соли не с горкой, где-то, ну вот такая, чтобы на ложке было около 30 грамм соли. Вот так. 2. Ой, аккуратнее надо. И 2 сюда. Раз. 2. Все. Вот так. Соль, сахар добавили. Уксус добавлю в самом конце, когда все прокипит. Поэтому сейчас просто добавлю масло по 125 грамм. Видно? Так, не спешим. Ну, это тоже не супер прям принципиально, сколько там в граммах получится. Он даже 6 грамм не вылил. Видите?
жидкость чуть больше, потому что на стакане останется. Посуда, в которой будете варить, желательно, чтобы была или алюминиевая, или вот такая вот, как у меня, казанок. Ну, у меня один, это, конечно, не так хорошо эмалированная, но буду аккуратненько помешивая. Вот так, все, больше сюда ничего не надо, просто в конце добавляем, в конце добавим этот уксус. Потом уже, когда проварится, очень быстро. Просто вот долго подготовочка занимает. Стерилизую я баночки, я вам уже много раз показывал. Просто заливаю кипятком. Крышки, так как они использованы, я использованы уже, это не новые банки. Я их тоже прокипятил. Ну, как-то так. В общем, ждем, пока закипят. Пока кипнут эти обе кастрюли с томатом. А я пока нарежу перец. Это займет у меня не так-то и много времени. А еще, ребята, вы видите, у меня есть красный, оранжевый, ну вот такой желтенький перчик и зеленый. Это не обязательно так делать, это так просто в баночке будет красиво. Так открываете себе, и такое праздничное у вас летнее настроение, даже в самую холодную зиму. Ну все, сейчас нарежем, потом продолжим. Произвольной программой пользуемся, режете как вам удобно. Я раньше любил большими кусочками, Марина мне говорила, типа, что это сильно крупные. Ну а сейчас, так как баночки, ага, вот от подсолнечного масла, баночки мои пухонькие, то сильно крупными кусочками и не нарежешь. Так что вот так сейчас меленько все вместе режу по очереди. Сначала зеленый перец, потом красный, оно будет вот так перемешано, туда-туда досыпал. И красота. Вот так, смотрите, ребят, мы пока нарезали, вот такое количество получилось. Мы вот режем и думаем, влезет, не влезет. Укладывайте перца в томат столько, сколько туда поместится. Ну, я думаю, томата примерно должно быть пол кастрюли. Вот если у вас 4 литра, то надо брать 80 или 10-литровую. У меня здесь по 2 литра, а казанки 5-литровые. И вот нужно перца накладывать, чтобы было полно. А даже если у вас перец не вместится, вы можете спокойненько, когда будете закрывать, выловили весь перец. Прям весь. Чтобы, ну, я не знаю, чем там вы его выловите. А томат там останется, и туда закинуть остальной перец, и будет то же самое. Будет весь одинаковый на вкус. Вот так. А так, видите, какая красота получается, разноцветная, вообще шикарно, потому что красный перец в красном томате ничего не видно. Ладно, ребят, сейчас я это все отправлю туда и продолжим. И вот так получается прям почти с горой, но оно сейчас усядется. Каким-то образом пытаемся добавить еще туда лук. Но оно сейчас все усядется, будет две полные кастрюльки. Ну и получается около 10, может 12 литров. Я не знаю, это 5 или 6 литровые. Мне кажется, 5 кастрюльки. Вот так. Ну, оно, в общем, сейчас сядет. Ждем и после закипания кипятим 15-20 минут. Если вы переживаете, кипятите 20. Если вы любите... Если вы любите, чтобы перец был пожестче немножко, 15 хватит. Но, знаете, если вы будете накладывать вот в такие баночки, то если вы начнете закрывать, когда оно проварится 15 минут, то пока закроете, будет 25 минут. И у вас будут и мягкий перец, и твердый. Вот так. Все. Ждем. Все. Первое закипело. Теперь следим, 20 минут засекаем. Сейчас 20 минут, без 20 я начну. Я сначала добавлю уксус и сразу начну раскладывать по баночкам. Вот такая вот красота получается. Там еще сейчас перемешается сверху лук. Перец станет мягче, податливее, легче будет перемешать. Ну, выглядит, как я люблю, красиво.
Все. А тут еще пока нет. Все, ждем. Засекли. Кипит, видите? Так, не фокусируется. Началось. Все, вот бурлит. Так что 20 минут и раскладываем по баночкам. Уксус не забывайте, как покипит, и перед самой раскладкой добавляйте уксус. Вот так, ребят, все. 60 грамм уксуса. Ну, мне надо полстакана на вот эту всю порцию. Так как мне напополам, тут мне надо... Так, мне 125 миллилитров, а напополам по 60. В общем, оно все проварилось. 20 минут прошло, и я вот сейчас это уже начинаю раскладывать. А то еще немножко поварится. Тут даже помешать неудобно, как-то здесь чуточку больше наложили. Ну и чувствуется, здесь потверже, а здесь уже мягенькая красота. Все, раскладываю по баночкам, переворачиваю, укутываю и жду, когда же я их открою, я буду кушать. И к кашке вкусно, и к толченке, и к макарошкам. Да, в общем, и так просто баночку открыл. Краснота. Ой, краснота. Красота и вкуснота. Краснота. Все, вот так. Закатываем. Вот так, ребят, одну порцию закрыл. И сейчас начну вторую. Вот взвесил уксус. Пусть кипнет с уксусом. А я вам сейчас покажу, что у меня получилось. Очень удобно, что одна закипела раньше, а вторая через 10 минут. Я вот за 10 минут сейчас все закатал. Ну, закатал, закрутил. А сейчас как раз уже поспела к закрутке вторая. Вторая кастрюлечка. Печку, конечно, замазал. Вот сколько получается леча с полпорции. Вот так оно выглядит. Мне нравится, очень красиво. Получается раз, два, три, четыре, пять. Где-то 5 литров примерно. Это с половиной порции. То есть с 2 литров томата. Ну и вот сначала все большие, а сейчас все маленькие. Закатаю. И все, оно кипит. Можно начинать. Очень быстро делается и очень вкусно. У меня есть рецепт прошлогодний, но... Не любят люди старые рецепты, любят смотреть новые. Поэтому я решил записать еще один раз. Все, сейчас закатаю и покажу, сколько получилось с одной порции. Вот такое количество баночек получилось. Ну, кажется, что их много. Вроде 26, потому что было 29 баночек. Нет, было 30, но на одной крышка плохая выбросил. Так как это использованная, она прокручивается, чтобы она мне не попадалась, больше выбросил. Получилось вот 26 баночек, это 300-граммовые, какая-то там чуточку побольше, какая-то пол-литровая, вот, ну вот так. Примерно 10 литров получилось леча с той порции, которую я вам только что показал. Стоит отлично, стоит дома, как бы не нужно относить... Погреб выглядит тоже хорошо, в тарелочке тоже выглядит отлично, желтый, красный, зелененький перец. Ну вот так, в общем, я молодец. Всем большое спасибо за просмотр, всем хорошего дня и всем пока-пока.